300 ультраконтейнеров. Я открыл с компенсацией 300 ультраконтейнеров. И ни одного красного свечения. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить в настройки своего аккаунта тег создателя контента Вайдер, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом «участвую». И все. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн, где будем как раз таки забирать ту самую компенсацию, которую нам дали товарищи-разработчики. Ой, как я счастлив, вот ты счастлив? Напиши обязательно в комментариях, поставь лайк, если счастлив данной компенсации, потому что, ну, как минимум, ждали мы ее очень и очень долго, прям продолжительное количество времени, поэтому мы, мне кажется, заслужили даже не только за какие-то дедосы, а за ожидание какое-то прям сверхбольшое. Вот, обязательно, ребят, не забывайте забрать, что компенсацию можно сегодня и завтра. После этого все, компенсация пропадает, испаряется, и вы ее уже, соответственно, не заберете. Окей. Торжественный момент. Бабыщ. О-о-о. А вот так мне нравится. Хорошо. Прям вообще хорошечно. Отлично. Я бы даже так сказал. Все. Мы эту штуку с вами всю забрали. А зачем я в челлендж захожу, я не знаю. Ну, естественно, мы с вами, ребята, будем открывать сие контейнеры, дабы выбить из них какой-нибудь, соответственно, интересный, а может быть, неинтересный дропчик. А, скорее всего, я у нас это буду все дело открывать не на одном аккаунте. У меня имеется достаточное количество аккаунтов, чтобы открыть плюс-минус 200 ультраконтейнеров. 200 ультраконтейнеров мы с вами сможем сегодня залутать и открыть на своих аках. Посмотрим, что из них выпадет. Я надеюсь, что интересный дроп какой-нибудь мне соблаговорит, неужели там выпасть с этих, соответственно, халявных контейнеров. Ну, либо как всегда, потому что, когда я открываю эти ультраконтейнеры с халявы, там, пацаны выбивают всякие там устройства красные, всякие дроны, всяких, соответственно, броневиков, все выбивают, но я, соответственно, выбиваю максимум фиолку с 15, и, в общем-то, на этом у нас усё. Филит а-ля комедия. Так, ладно, давайте, соответственно, эти обычные контейнеры мы с вами дооткрываем. Недельные, я так думаю, смысла мне особого открывать у нас нету, их там 5 штучек, ну и переносимся у нас, естественно, непосредственно к этим ультраконтейнерам. Из красного свечения у меня здесь ничего нету, абсолютно только снаряды шум на грома. Ну, хотел бы я их получить, нет. По факту, да и миллион кристаллов мне особо не нужен, потому что мне кристаллы тратить некуда. Ну, наверное, пусть будет устройство. Наверное, пополезней. Но, зная меня, мы с вами выбьем либо 25 тысяч кристаллов, либо, соответственно, 100 батареечек. Поэтому поехали, погнали. Не будем, как говорится, мельтешить и тормошить себя на этом аккаунтике, ребята, уж извините. Я у нас открою это все дело медленно, потому что хочется посмаковать этот момент. Но на тех аккаунтах будем открывать это все дело уже у нас побыстрее, поскорее, быстрым скипом. Надеюсь на какой-нибудь хороший дропчик. Но если даже не красное, бог с ним, с красным я уже на него не рассчитываю, то можно мне золотухи все додать, было бы просто замечательно. Говорю, не нужны мне кристаллы, кристаллы падают просто в огромнейших количествах, в каких-то нереальных количествах. А можно каким-нибудь маленьким... О, ну да, фиолка максимум. Вот это, в принципе, мой дроп. Вот это нормально. Че там, по-любому будут комментарии. Да я там красное выбил. Я уже как минимум знаю одного подписчика, Влад Лютов, который выбил с этих ультраконтейнеров красное свечение. Выбил от этого кризиса. Но, как вы понимаете, это у нас не я. Поэтому, ну хорошо, неплохо, возможно, да. В какой-то степени это замечательно, но, еще раз но. Наверное, давайте в этом же ролике я у нас потрачу конфет, которые у меня имеются. Хочу просто откинуться, ребят, назад, не дойти, соответственно, до острова. Ну, в теории, 12 островов
Если меня ни раз не откинет, мне хватит. Но, как вы понимаете, сейчас у нас будет минус 5, потом минус 10, потом минус 20, потом минус 50, минус 60, минус 70 и так далее и тому подобное. Понеслась, как говорится, говно по трубам, поэтому... Здесь, на вот эту вот мини-игру. Во-во-во, сюда, пожалуйста, пожалуйста, сюда. С какого мы там острова начали? С 12-го? Опять начнем с 12-го. Как говорится, повторение, мать учения. Правильно, правильно. Поэтому мочимся и идем. Ну, дружище, если, блин, ты меня не будешь кидать на плюс хотя бы 2, то мы с тобой так борща не сварим. Нужно, ну какие, плюс один. На следующем ходу меня может откинуть, давай. Нет? Такое себе. Ну, мне осталось 6 островов. Дойду я? Навряд ли. Но пытаться буду. Ладно, перемещаемся на следующий аккаунт. Следующий аккаунтик у нас без доната. И мчимся, и идем мы открывать, наверное, только у нас ультра-контейнеры, потому что только они нас интересуют. И давайте здесь уже будем быстрым скипом. Ну, давай хотя бы здесь сделать красиво. Здесь мне, в принципе, кристаллики нужны. По 10 тысяч можно дропать. Вот, ну почему по одному разу? Вот там мне дропало по 250 миллионов раз, а здесь, как говорится, по одному. Дрон диверсант, замечательно. Дрон, который я у нас не буду никогда использовать на этом аккаунте. Но в принципе, устройство и фиолочка еще одна. Это у нас будет 25 тысяч кристалликов. Ну, хотя бы, как говорится, и на этом спасибо. Еще один аккаунтик у нас тоже имеется, соответственно, на котором нам нужно получить и забрать свои ультраконтейнеры, открыть и, возможно, что-то из них задропать. Но давай хотя бы на третьем аккаунте. Мы уже, получается, откроем 60 ультраконтов. Было бы неплохо уже здесь дропнуть. Здесь, в принципе, тоже может что-нибудь такое вкусненькое. Тропическая листва. Ах, это пока невкусное. Магма на шафт тем более невкусное. Давай, извинись последними 5, как говорится, у нас ультраконтейнерами. Или ты не можешь? Кедр. Кедром извинилась. И устройством адреналин на твинсика. Замечательно, замечательно. Мне здесь тоже ничего не выпало от слова совсем. Еще один аккаунтик у нас с вами на обзорчике, точнее на открытии, соответственно, тех самых ультраконтейнеров. И это уже 80, ребята, ультраконтов, я вам напоминаю. Дропчика пока нету от слова совсем. Даже золотого свечения у нас, соответственно, не дропается. Так, О, золотое свечение, неужели? Блин, это 100 тысяч кристаллов. Да не нужны, мне здесь нужны устройства какие-то. Ну, на худой конец красочку какую-то, чтобы понтоваться, соответственно, у нас биты можно было. Ну, дай что-нибудь вкусное по зязи. Я вам напоминаю, ребята, что это уже соточка будет, которую мы с вами открываем. Сотильная, соответственно, соточка. Благосклонная. Будешь ли ты мне благосклонная и на этом аккаунтике выдашь что-нибудь вкусное, что-нибудь интересное? Или скажешь, что ну, нафиг его надо, этого Вадима, лучше мы ему ничего, соответственно, дропать у нас и не будем. Эль будем? Эль не будем? А? Опять золотуха. Блин, северное сияние. Вот устройство было бы лучше. Ладно, хотя бы красочка не 100 тысяч кристалликов. Хотя вот здесь наоборот нужны кристаллики. О, кристаллик чуть-чуть задропало, спасибо. Я верю, что вот этот аккаунт у нас вообще самый фартовый, самый лучший. Вот ты не веришь в него, а я верю, смотри. Просто чекай. Это уже, ребята, 120-й ультраконтейнеры, которые я сейчас буду открывать. Красного пока не было. Красное, ребят, меня боится. Оно очень стеснительное на самом-то деле. Вот вы не знаете, оно стеснительное. Так, опять золотуха. Кстати, золотухи начали падать, неужели? Анютины глазки, понятненько, ясненько. Ну вот я же говорил, везучий аккаунт, а ты не верил. Вот и кристаллики здесь нападали. Тоже кристалликов неплохо, пойдет. Я не знаю. Короче, я немножко психанул. Я хотел какое-нибудь красное свечение, чтобы у нас было в данном видеоролике. Это, ребята, если честно, уже у нас не 200-й, а это будет 300-й ультраконтейнер, который я забираю.
Это последняя попыточка, на аккаунты я уже не буду заходить, не хочу, все, выбесило. Если сейчас не падает, у меня есть, конечно, еще аккаунтов, наверное, 3-4, на которые я могу зайти, но, если честно, я в них уже что-то даже и не верю. Вот, в итоге, 300 ультраконтейнеров, и будет ли то самое красное свечение, которое я хочу увидеть, или все-таки его не будет? Уже если его не будет, это рофильный кекич в натуре. Я уже даже начинаю нервничать, сидеть, как говорится, шатать головой и смотреть на это все дело немножко свысока, сдалека. Опять золотое свечение, мне, кстати, там падали только исключительно анимашки. Было, наверное, еще около, maybe, 5 или 6 золотых свечений, которые мне дропались, это были исключительно анимашки. Никакого устройства мне не дропнулось от слова совсем. Ну и здесь у нас тоже ничего мне не дропнулось от слова совсем. Грустно, больно и печально создавать, но 300 ультраконтейнеров я открыл с компенсацией. 300 ультраконтейнеров. И ни одного красного свечения. Пара-пара-пам. Пу-пам. Ладно, на этом мы с вами будем заканчивать данный видеоролик. Кому он понравился, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер. Всем пока-пока.